Украинские колхозники села Казаровичи пригласили к себе французских друзей. Оказалось, что Монтан неплохо разбирается в животноводстве. Недаром он сын крестьянина. Ну, а Симона? А Симона, по имеющимся у нас сведениям, очень любит парное молоко. Но гостей почивать только молоком не принято. В доме колхозника Василия Петровича Богдана был накрыт стол від щирого серця. С большим аппетитом отведал Монтан новый деликатес – знаменитое украинское сало. Поешьте же, дорогие гости!